что понимается под авансом фрахта. Аванс фрахта – это денежная сумма, выдаваемая фрахтователем, грузоотправителем по требованию судовладельца, капитана, на оплату судовых расходов в порту погрузки. Что понимается под авансом фрахта? Аванс фрахта – это денежная сумма, выдаваемая фрахтователем, грузоотправителем по требованию судовладельца, капитана, на оплату судовых расходов в порту погрузки. Что понимается под авансом фрахта? Аванс фрахта – это денежная сумма, выдаваемая фрахтователем, грузоотправителем по требованию судовладельца, капитана, на оплату судовых расходов в порту погрузки.